Всем привет, с вами Вандалей. Очень долго подписчики просили меня сделать третью подпорку по приколовым багам Зова Припяти. Так что я поскреб по сусекам и все-таки нашел достаточно прикол, чтобы сделать отдельный видос, посвященный данной игре. Итак, начнем с того, что дата второго взрыва различается в Тенях Чернобыля и в Зов Припяти. Разработчики совсем запутались в собственных сценариях. Идем дальше. Помните момент в Припяти, когда надо взорвать установку, попасть в подвал и вытащить из холодильника военного медика? Так вот, если взорвать эту установку гранатой из окна, то произойдет взрыв и ничего. Однако, если после этого попасть в комнату, то внезапно эта установка взорвется снова. Идем дальше. Единственная настоящая пасхалка, которая попала в данный выпуск, встречается в приказе номер 562, который подписан каким-то РД Диденко. Может быть, это Руслан Диденко, один из разработчиков игры? Нет, вряд ли. А теперь немного пополомимся с повелителем зоны. Спавним себе телек, и о боже, мы видим, что по нему еще со времен ТЧ, да что уж там, со времен билдов на ТЧ, опять-таки крутят женскую задницу. Дело в том, что на этапе разработки парни из JC развлекали себя полуобнаженными девицами в этих телевизорах. Ну и оставили этот прикол аж до Зова Припяти. Без использования читов найти телевизоры в игре нельзя. Да, просто неубиваемая вещь. Также с помощью повелителя зоны можно узнать, что в игре имеется несколько видов снорков, которые, ну, никак не отличаются, разве что их название. Комнатный снорк, уличный снорк, снорк-прыгун, можно подумать, остальные не прыгуны, снорк слабый, средний и сильный. Ну, эти хотя бы отличаются здоровьем. Интересный факт. Квестовый вариант Гаусски, неизвестное оружие, не принимает кустарных батарей, работает только на официальных аккумуляторах. И только после того, как мы починим эту пушку, кардан сможет взломать защиту Старфорс. За пределами Припяти можно найти здание вот с таким знаком радиационной опасности. Он немножко странный, такой забавный. И еще колесо обозрения призрачно, мы можем пройти сквозь него. Переходим к приколам с оружием. Выстрелив из РПГ вертикально, через некоторое время мы увидим, как граната приземлится в 100 метрах от нас. И помните, я рассказывал, как получить халявные гранаты для бульдога? Так вот, мы можем превратить наш бульдог в скорострельную убер-пушку, для чего мы делаем следующее. Заряжаем оружие, разряжаем и выбрасываем снаряды из инвентаря, подбираем и повторяем эту комбинацию действий. С каждым циклом в нашем барабане появляется 6 дополнительных гранат, и когда мы повторим эту комбинацию, допустим, 10 раз, то наш бульдог сможет выстрелить сразу 60 гранат. Причем, чем дольше мы стреляем, тем выше скорострельность. Короче, охрененный баг. Только не забудьте сперва выбросить снаряды перед тем, как начать стрелять. Если подойти к воротам Янова и выбросить РПГ в них, то пушка застрянет в воротах. Открываем ворота, и РПГ зависает в воздухе. Ну а если выбросить РПГ в дверь бункера ученых, то она просто отъедет. Вот этот люк, связанный с квестом кражи, иногда может подбросить главного героя в воздух. В этой версии игры присутствовал противогаз наемников, который в итоге почему-то вырезали. Собственно, на этом видос подходит к концу. И если вам понравилось, то вы можете посмотреть предыдущие части на моем канале, зайти в мою группу ВКонтакте или на мой сайт. С вами был Вандалей, всем спасибо за просмотр и пока.